Никого нету, ну ладно. Раз никого нету, значит можно пошалить немножко. И знаете, что я сейчас сделаю? А я вот так вот сделаю. Опачки, заберусь сюда. Там, кстати, отражения в зеркале особо никакого и нету. И брошу эту фиговину. На, бейся. Так, отлично. Отлично. Идешь, а тут какой-то монстр. Стоит просто неподвижно. Ёлки-палки, вот он. Привет, это канал Game Movies. И добро пожаловать в Little Nightmares. Маленький кошмар. Давайте продолжим. Так, вот, кстати. Выхожу из лифта. И насколько я помню, мне нужно в правую сторону бежать по лестнице наверх. Там будет дверь. И на двери будет висеть замок. Мне нужно найти, где-то ключ будет. Но чтобы добраться до ключа, мне нужно будет пройти хозяйку. В прошлый раз она меня словила, я даже не знаю как. У нее какой-то телекинез был или что. Она меня просто с расстояния взяла, так силой мысли подняла. И все. Я начал заново проходить. Давайте в этот раз очень-очень тихонько попробую пройти сейчас. Чтобы она меня не заметила. Какая музыка стрёмная. Вот она! Вот хозяйка! Она в разбитое зеркало смотрится. Давайте я пригнусь. Потому что, может быть, там в зеркале отражение. Поэтому она меня видит. Так, и тихонько, крадущийся, надо пройти это место. Так, у нее там статуэтка стоит на тумбе на этой. Видите, какая она зловещая. Так, идем сюда. Идем осторожно. Крадемся потихоньку, чтобы она не заметила. Так, идем сюда. Давайте. Здесь где-то ключ должен быть. Так, она в той комнате и... Где мне ключ найти? Так, это что такое? Какие-то кресла. Шкаф, картина. А что на картине нарисовано? Вы видите это? Так. О, кстати, смотрите, что здесь. И здесь ваза. Стопудово ключ в ней. Так, сейчас я только доберусь туда. Так, это ее, видимо, убежище. Так, прыжок. Ой, точно, вот он, ключ хватаем. Она петь перестала. Давайте сюда скорее, бежим под кровать. Сейчас она придет и сделает мне бобо. Так. Ой, ключ уронил случайно. Так, где она? Ладно. Бери ключ, шестая. И пошли дверь откроем. Так. А куда она делась? Стоп, подождите, а куда она делась? Я вазу разбил, и она что, испарилась, что ли? Что-то непонятное. Никого нету. Ну ладно. Раз никого нету, значит можно пошалить немножко. И знаете, что я сейчас сделаю? А я вот так вот сделаю. Опачки, заберусь сюда. Там, кстати, отражения в зеркале особо никакого и нету. И брошу эту фиговину. На, бейся. Так, отлично. Отлично. Какой-то пар исходит из нее или дым, что это порошок какой-то. Все время. Когда разбиваю эти статуэтки. Может, в этих статуэтках заключена какая-то сила этой госпожи, и я каждый раз, разбивая статуэтку, делаю ее слабее. Возможно такое или нет?
Ладно, идем сюда. 2-6, выруливай отсюда. Так, теперь нужно бегу подбавить. Так, давай, сюда иди теперь. И вниз по лестнице. Давай, бегом, бегом. О, как быстро. Ничего себе ты, скачешь. Так, ну-ка. Не, особо он не упал далеко. Да бери, чё ты. Чё ты не берешь? Так, ладно, давайте откроем эту дьявольскую дверь с глазом. В виде рисунка какого-то. Или это вырез такой на дереве, наверное. Вырез, скорее всего. Так, ладно, открываем эту чертовщину. Так, идем. Осторожно только. Тут может быть черт знает что. Кстати, вот странно, везде зеркала разбитые. Интересно, да? Стоп. Зажигалка погасла что-то. Сейчас еще раз зажгу ее. Сейчас главное ни на кого страшного не напороться резко. Знаете, лежишь, тут такой монстр какой. Что это? Это пыль, наверное. Идешь, а тут какой-то монстр. Стоит просто неподвижно. Ёлки-палки, вот он! Она среди манекенов была, кажется. Да ё-моё, она что, летает? Да как она летит? О, да! Давай, подкат! Еще чуть-чуть не успел. А, чуть-чуть оставалось до подката. Блин, вот прямо секунда и все. Почему-то два раза этот кадр показывается. Ладно, я, наверное, не знаю, зажигалку буду включать, не буду. А, включу на всякий случай. Так, и просто нужно бегом бежать. А она вот где-то среди этих манекенов запряталась. Смотрите, откуда она сейчас выйдет. Да, видите, она просто появилась там и все. Вот она летит, из нее какой-то холод исходит. Да, она, кстати, быстрая. Так, подкат. 6-я, давай. А, все. Ты не можешь, так как я. Так, что случилось? А, ничего страшного. Ладно, куда мне тут дальше идти? Идем сюда. Интересно, она может между манекенами телепортироваться? Во, прикол. Прикол, если может так делать, потому что она вдруг там как-то возникла вообще внезапно. Сейчас, знаете, иду, и один из манекенов становится ей. Ладно. Куда тут дальше идти? Как-то странно. Какое-то очень большое помещение. И что здесь делать, пока непонятно. Видимо, нужно какой-то проход открыть. Но тут ничего нету. Вот это вот что? Стол. Так. Темно, как у... Ну, в общем, темно. Ладно. Куда тут идти нужно? Бутылька какая-то? Нет, не, это какие-то фигурки. Непонятные. Голова манекена валяется. Еще что-то валяется. Вот это что такое? А, ерунда какая-то. Даже трогать не буду. Ну что же делать? Куда мне тут идти? Что-то никаких подсказок не видно. А, вон, смотрите, что там такое. Как-то я не заметил это с первого раза. О, во, видите что? Доску надо оторвать. Где моя зажигалка?
Вот. Тут без зажигалки не разобраться. Опять все зеркала битые. Видите, одежда сложена. Какая-то маленькая комната, но ничего здесь вроде бы нету. Только зеркало. Она ничего с ним не делает. Ладно, ну не просто же так тут эта комната. Здесь что-то наверняка нужно сделать. Только что совсем непонятно. Ну, кстати, ящик тут есть. Можно попробовать открыть его. Вдруг там какое-нибудь чудовище будет внутри. Так, давай, берись за ящик. Что-то не берется, наверное, нельзя его открыть. А наверх я могу запрыгнуть? Так, наверх я могу запрыгнуть. А это что? Так, там с левой стороны шкаф. А с правой стороны вещи какие-то. Так, а вверху что? Что-то нету ничего здесь нигде. Нигде ничего нету. Не, пусто тут. Так, может здесь посветить, что здесь? Кроме вещей что-то есть, нету? А, нету ничего. Ну что, в этой комнате нужно что-то сделать или нет? Так, наверх забраться не получится. Так, а здесь что наверху? Что-то не видно ничего. Так, а в шкафу что? До шкафа еще до... Вот оно что, смотрите. Так, а что нужно сделать? Секундочку. А может быть ничего и не надо? Странно. Она вот взялась за дно шкафа, и он вроде бы не открывается. Не, что-то никак не удается. Так, стоп. Может его как-то по-другому открыть нужно? Так, ладно, ребята, давайте я разберусь, как открыть шкаф. Или что тут нужно сделать, и в новой серии продолжим. А на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока!